Один известный путешественник сказал: исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключений. Но приключения сами нашли меня. Тяжелые минуты, помогите! Когда жизнь проносится перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. То, что придает нам сил. Когда кажется, что выхода нет, вдруг приходит озарение. Я поняла, что должна сделать.